Tojikistonda erkak onasini 136 marta pichoq urib o'ldirdi. Tojikiston viloyati Ichki ishlar vazirligiga ko'ra, holat 24-noyabr kuni So'xd viloyatida yuz bergan. Mudhish holatga ruhiy kasal ona va uning o'g'li o'rtasidagi mojaro sabab bo'lgan, ammo janjal sabablari ochiqlanmagan. Onasini o'ldirgan Shahriyor Normatovning aytishicha, onasi unga pichoq bilan urmoqchi bo'lgan, lekin u onasining qo'lidan pichoqni olib, uning qo'llari, yuzi, bo'yni va qorin qismiga pichoq bilan 136 marta urgan. Ayol olgan tan jarohat natijasi shu zahoti vafot etgan. Tergovda qayd etilishicha, Normatov jinoyat izlarini yashirish maqsadida onasining kiyimlarini almashtirib, qon dog'larini yo'qotgan va yaqinlariga ertasi kuni onasi to'satdan vafot etganini bildirgan. Qotil o'g'ilga nisbatan qilgan ishi uchun 25 yilgacha yoki umrbod qamoq jazosi berilishi kutilmoqda. Jinsiy shamollashlar, quvvatning kamligi, ayniqsa hozirgi kunda yigitlarimiz to'ydan keyin hijolat bo'lib qolmasliklari uchun ularga birdan-bir organik va halol Igneus mahsulotini tavsiya etaman. 7-chi kundan boshlab ijobiy natijasini seza boshlaysiz. Buni ichganingizdan so'ng siz zabardast, baquvvat bo'lib ketishingiz mumkin. Yo'g'ini aytishim shart emas. Buyurtma bersangiz bas. Gayet partiya Справедливая Россия, какой законопроект уже внесён? Первое, мы вводим полный запрет на работу мигрантов в таких специальностях, как врачи, учителя, провизоры, водители такси. Эти инициативы уже принимаются в регионах. В Тульской области, в Калининграде, в Челябинской области запретили таксистами. В других регионах вводятся, в Якутии, там 33 профессии запрещены для мигрантов в Якутии. То есть регионы уже реагируют на этот миграционный поток. Мы предлагаем полностью запретить вот в этих профессиях и на остальных 5% от квотной численности сотрудников. То есть и работают у вас 1000 человек, значит вы не более 50 человек можете брать мигрантов. Вот такой закон уже внесен в Государственную Думу. Но этого недостаточно. Потому что у нас нет точной статистики, какие специальности, какие мигранты нам нужны. Поэтому мы готовим сейчас законопроект о том, чтобы именно предприятия несли ответственность за тех, кого они нанимают на работу. Тогда у нас не будет вопроса, как соблюдать эти 5% квоты. Принимаете, вызываете мигрантов, заполняете заявочку. Вот у вас, хотим 100 человек, а как вы 100 человек хотите мигрантов, если у вас численность 200? То есть вы можете только 5% взять. 10 человек можете мигрантов взять. Как вы хотите завести сюда 200 человек? И тогда сразу настанет здесь порядок. Вот эти меры позволят без лишней суматохи, без избыточной регулированности очень просто навести порядок в этой отрасли. Мы будем понимать, кто, какие предприятия, каких сотрудников и для каких нужд запрашивают. И мы будем понимать, что они там будут получать зарплату, государство будет получать с этого доходы, и они будут нести ответственность за этих людей. Вот это первое очень важное нововведение. Второе. Недавно министр внутренних дел Колокольцев заявил о том, что необходимо ужесточение миграционного законодательства. Полностью с этим согласны, полностью это нужно делать. И вот что мы предлагаем. Первое. Прежде чем проводить новшество, ужесточающее законодательство, мы предложили Колокольцеву, написали соответствующее письмо, провести проверку всех тех разрешений, которые выданы были в последние годы. Это в компетенции Министерства внутренних дел, и я уверен, что там найдутся какие-то нарушения. Потому что таких цифр быть не должно. 20% мигрантов трудовых живет здесь по закону. Это неправильно. Второе, что мы предлагаем. Все въезжающие трудовые мигранты, значит, сдают биометрические данные, и в случае любого правонарушения немедленно высылаются из России без права возврата. Например, подрались какие-нибудь два мигранта в Российской Федерации. На следующий день за государственный счет они садятся в самолет, отправляются обратно. И никогда больше в Россию въехать не смогут. Никогда. Потому что мы знаем их биометрические данные. Многие делают каким образом, будучи подвержены высылке? Меняют фамилию, имя и приезжают тот же самый человек, но с новыми документами. Биометрические данные ставят заслон такой лазейки в нашем законодательстве. И я уверен, что вот для третьей группы, для тех, кто приехал сюда заниматься криминалом, это будет самое первое и самое жесткое
ограничения, самый жесткий фильтр, который не позволит сюда проникать различным преступным группировкам. Вот такие две инициативы у нас есть. И еще хотел одну важную вещь сказать. Вчера Министерство образования и науки обратилось вот с каким предложением. Уменьшить плату, снизить плату за экзамен по русскому языку с 4000 до 1000. Мы хотим сказать следующее. Я хочу сказать следующее. Это бессмысленное решение. Какая разница, сколько они будут платить? 1000, 4000 или 10000, если мы понимаем, что это законодательство в данный момент плохо соблюдается. Если мы постоянно сталкиваемся в магазинах, в такси, на улицах с людьми, видим, что они не знают, многие из них не знают русского языка. Значит, надо проверить, как эти экзамены сдаются. Они вот так вот регулируют. Ну и что? Снизить цену, и что? Легче будет людям сдавать или меньше взяток платить, или что? Вот такая реакция на заявление Медового науки. Спасибо большое. Повторю еще раз две наших инициативы. Первое, это ответственность.